Hello, everybody, меня зовут Чистер, и мы продолжаем играть в игру под названием Ария. Это уже вторая серия, и мы остановились на главе второй под названием Рома. Мы играем за чувака какого-то охранника, и мы сейчас находимся в той же больнице, где и предыдущие две жертвы, Ария и еще кто-то, ну, то есть ее подруга. И нас тут же начинают каким-то полтергейстом пугать. Хотя я ничего не видел, только слышал. Ну да, нормально. Радует, что игра теперь идет нормально. Поначалу меня испугало немножко то, что игрушка может и не потянуть, и все такое. Но когда идет 25 кадров и 30, это... Во! Для меня это уже... Знаете, как-то в темноту идти... А, о! А вот и классический фонарик. А, я за тобой скучал, и ты все-таки появился. Слушайте, вы какого хрена так... Извещайте меня. Я вот даже не успел прочитать из-за того, что такой звук происходит. Ну, нормально. Успокойся, все будет хорошо. Ты ж мужик, ёшкин кот. Нет. Ладно. Пробежимся. Здесь не откроется. Something's not right today. Что-то не так в этом дне. Да, это день какой-то не такой. Мистер Шептун прошептал что-то непонятное мне. Кстати, секундочку, хочу проверить звук, я пишу. Да, я пишу звук, все. А то бывает порой, забываю что-нибудь врубить и... Пипец. Звучит как-то музыкальненько. Стоны эти. I've got a feeling that something bad is gonna happen. Я что-то чувствую, что здесь что-то случилось. По-другому я не могу это перевести. А чё я там написал-то? Ладно. Ой, кто-то врубил свет. А, там, подождите, там кто-то есть. Ты кто? Похоже на Мёрз. Мёрз. Ну, в смысле, медсестра. У неё, по-моему, жутчайшие боли. Наверное, я сейчас предложу Ситрамунчика. И такое бывает. С девушками всегда так, они есть, их нет. The local police station... Да-да, нет. Не то. Не буду я это читать. Так она теперь где-то в каком-то другом месте. Интересно, сколько в этой игре глав? Нахер. Больше клоунов я ненавижу кукол вот таких вот. Они еще здесь. Слушай, куколка, я ни на что не намекаю, но тебе пора сваливать. Ли мне, не обернется ли она? Обернется, сука! Закрывайся, почему так медленно? Куколка, иди. На букву П. А,
Не знаю, зачем мне открывать эти двери. Ну, наверное, я там что-то найду. Нет, не найду. Блин, как здесь стрёмно и темно. А еще стонет эта где-то медсестра. Ну, походу, я типа ее сейчас ищу. Вообще, что он здесь делает? Я таки не понял. Ребят, она вернулась. Что за звук-то? Не понял. А, телевизор. I'm so happy today. I made a friend for the first time in my life. Her name is Marissa. She's so sweet. She's always happy to see me. I can see it from her smile. Thank you for being my friend, Marissa. P.S. I hope I don't let you down. Это опять Atari. И... она типа ее подруга. Все правильно я предполагал. Так, а вот этот вот телевизор? Неужели сейчас с него кто-то вылезет? Потому что очень мне напоминает эту ситуацию звонка. Но я подойду его, попробую выключить. Хорошо. Она среди меня. ชุดมีดอเนกประสงค์ชุดมีดที่มีความหลากหลายมาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานก็หั่นкак говорит моя одна знакомая, ебать мой хер. И что теперь там происходит сейчас? Дайте выйти. Вот туда, туда хочу. Я типа что отмечаю? Чек, я это проверил. Там обосрался. Нет, до сих пор не отпустит от того, что там только что. Просто телевизор. Блять. Уже пошли маты. Я же пытался не материться. Ладно, ладно, успокойся, Честер. Это ж инди-хор. Ты знаешь, зачем пришел? Попугаться. А пугаться — это ж эмоции. Эмоции испускать — это круто. Ненавидеть инди-хорроры — это просто... Something isn't right. Быть курицей. Tonight feels different somehow. So different from how... Да назрать. Сюда можно. Вы же понимаете, что мне в конце, походу, эта медсестра укокошит? Я просто так думаю. Знаете, я предполагаю, если есть здесь какой-нибудь чудик... в виде медсестры или мужика с наколками, кстати, не ожидал. Это он за нами, кстати, бежал, или это был другой? Я так и не понял. Потому что мне показалось, что мы видели... Ну, то есть я себе предполагал, что там докторишка какой-то. А, я думаю, красная надпись не к добру, но ее нужно прочитать. You must die. Вот это мне не нравится. Если я сейчас уберу, меня кто-то сцепает. Так что... к этому нужно приготовиться. Да нет, я еще не умер. Хотя шкафчик зачем был перевернутый?
Yours? Where are you? Нет, 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 нет. Куда? Я немножко заблудился, ребят. Это плохо, наверное. Да, а, надо отметиться. Так, ну, что можно по результате этих комнат? Я немножечко сиканул. Все, идем дальше. Ладно. Я живой? Гейм? Какого хрена? Ну, пустой ящичек. Почему игра сохранена? Что за пила? Почему звук у меня цепи? Сейчас мне позвонит конструктор. Или сообщит и скажет: если ты хочешь выжить, Честер, тебе нужно будет отпилить себе ногу. Давай поиграем в игру. Ой. Catch the little girl. Ну ладно. Я тебя поймаю. Как она смешно бегает. Хоть что-то веселит в этой игре. Я тебя поймаю. Но я не педофил, если что. Ух ты, самолетик. Мне так игра сказала. Это что такое? Загадка? Стой, догоню же. Я не Майкл Джексон, стой! У-ху. Слушайте, поход... Я тоже так хочу, как ты. Ну ладно, 15-1. Почему опять цепи? Я думаю, это специально так, чтобы открыть, закрыть, и будет дверь. Нет? Что-то не так. Как мне выйти отсюда? О. Little girl, I'm fight. Не помню. Там точно было не I'm fight. А, don't lie. Follow me. Follow me, говорит она мне. Хорошо, я и так следую за тобой. Где ты? Черепок. Ух ты, какой прикольный. Не искал. Типа он маленький, это походу ее.
медленно. Ой, все пропало. Чё? Эй, стой, мужик! Я её знаю! Follow this... Да-да-да, за этим персоной. Я так и делаю. Мне определённо эта игрушка нравится после... Что после? Не знаю, но это хороший плюс. Ложим его в топчик. Когда-то я на своём канале заведу топчик. Инди-хорроров, ну и всяких вообще. Блин, я не знаю, куда мне идти. Туда-туда. Ну давайте попадем там, где... Так ни меня не испугаешь. Я сейчас сгорбился уже вовсю. Надо немножко выпрямиться. А то потом будет спинка болеть и все такое. Ну, по-другому никак не поиграешь. Game save it, а это не к добру. Это означает, что мы будем не следовать за типом, а убегать от него. О, а это улица, что ли? Нет, это всего лишь холл. Угу. Я на тайском не читаю. Тут что? Ничего. Абсолютно ничего. В эту дверь не пройти. О, я ее нашел. I've seen her before. Эй, мужик, не трожь. В смысле, не трожь. Я хотел сказать, не трожь, и как-то у меня прозвучало... Is that you again, Rama? This is none of your business. Беги! Давай, 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 давай! Опять погоня, и опять я сторону мужика. Ты не пройдешь. Хотя я оборачиваться не буду, беги, 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 давай, вот еще дверка. Чептер 3. Бум. Так что, значит, я не знаю, вот что мне делать. Прикольная у него футболочка. И что, у тебя смартфон измазанный помадой? Ну какой-то же жирненький мужичок смотрел, как и мы за Рому, типа, пошли в эту больницу. Shit! Why does my neighbor have to patrol here today? Oh great! Now there's someone to show you around. No, it's not great. If Rama sees me, my parents are going to find out about this. Hey, Boone, make
make sure you take as many pictures as possible. I mark the spots with graffiti. You'll see it when you get there. I know. But why does it need to be here? According to the rumours, this place is bloody haunted. Just make sure you take the photos. You're such a dick. Ну, в общем, этот вот чувак, он знакомый с Ромой, ну, с тем персонажем, который вроде бы успешно сбежал, и он интересуется, зачем он сюда пошел. И у нас еще на связи какой-то дружбан, который тоже негодует что-то. Ну, в общем, ребятки, я предлагаю на этом опять закончить, потому что попробуем сделать по главе. Первая серия была такая длинная, мы две главы осилили. А теперь настала третья, и третью мы в следующей серии посмотрим. Обязательно. Так что всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии внизу. Обязательно. Лайки, дизлайки, как хотите. И пока!